Кока-кола отзывает 22 тысячи коллекционных стаканов. Как следует из пресс-релиза компании, в краске обнаружен кадмий, один из самых токсичных тяжелых металлов. Об отзыве Кока-кола объявила через несколько часов после того, как результаты своего расследования опубликовало агентство Associated Press. В одном из магазинов в Калифорнии журналисты купили сделанные в Китае коллекционные стаканы с мультипликационными героями и выяснили, что содержание свинца в краске в 500, а то и в 1000 раз превышает норму для детской продукции. В тех же стаканах обнаружили и повышенное содержание кадмия. Пока речь идет только об американском рынке.